Всем привет! Мы ведем почти прямой репортаж из парка культуры, который Горького. Репортаж ведется по случаю... Простите, вы не подскажете, а вы случайно не знаете, по какому поводу сегодня здесь собралось столько народу? А где народ-то? А где народ? Не знаю. Мы не знаем. Не в курсе. Так праздник же. Даже не догадываюсь. Пятница, наверное. А мы не знаем. Да, мы вообще павильон Шигерубана смотрели. Не знаю. Не в курсе. Я думаю, выхода. Скажите, пожалуйста, а вы знаете Лёшу? Лёшу? Конечно. Он со мной живет. Лёшу? Я знаю, а того точно. Пацанчиком нормально, по-моему. Её любят ноги. Ну, само собой, конечно. Ах, это тот, да? Тот самый? Да, которому ты ревнуешь. Как бы вы его описали 3 словами? Шикарный, талантливый. Смешной. Красивый. С очками. И сексуальный. Ну, он красавчик, милый и артистичный. А я кто? Волосатый. Красавчик, красавчик и сочинский красавчик. Такой неординарный, по-моему, молодой человек. Любимец девушек. Что вы могли о нем сказать? Он вам нравится? Да, он клевый. Он вам нравится? Ну, как? Нормальный актер. Нормальный, да? Да. Ну, превосходен. Он очень подводит в последнее время. Хотели, чтобы он приготовил для вас блинчики? Почему бы нет? Пусть попробует, может, у него получится. Да, с кремом. Мужик вообще, который умеет готовить блинчики. Не очень. Качественно? Ну, подумал бы. Видео снимаю. Мы тоже. А у него сейчас назревает вопрос о покупке недвижимости. Как вы думаете, где бы он купил себе квартиру или дом? На Мосфильмовский дом хороший. Там вообще пентхаус просто нереальный. 1000 метров. И там бассейн свой на крыше. В Клязьме. В Голливуде. В Клязьме. Ой, на Воробьевых горах вот там. В Малайзии. Малайзии. Неплохой выбор. На Ленинском проспекте. Не знаю, может, еще какую-нибудь виллу бы купил. В Таганроге. На Карибском море. Наверное, какие-нибудь острова, где тепло, море. В селе Митино. В селу Митино, да. А вы бы хотели пожить у него в квартире? Да. Думаю, что да. А я бы хотел. А есть вариант? Конечно. Да. Очень. Я думаю, у него шумные вечеринки вообще, кстати, судя классно. По тому, бы, да, как... А пожить с ним хотели бы? Пожить с ним? Ну, у него в квартире, не с ним, в квартире у него. Не, ну, если он вдруг приедет, ему негде будет остановиться, я могу его поселить у себя на несколько. Конечно. Думаю, да. Да, хотел бы. Вообще, вы видели фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе? Конечно. Ну, вот, мне кажется, у него квартира будет в таком же состоянии все время. Вы бы воспользовались его услугами? Ну, если бы я нашла деньги, наверное, я бы это сделала. Я думаю, что нет, потому что он слишком, во-первых, ну, дорого, да. Недороговато? Но если оборудование... Ну, договорились, нормально все было. Ну, если и финансово тоже помогут, то да. Почему бы и нет? Ему надо много платить. Я не знаю. Тоже верно. У него скоро день рождения, что бы мы могли вам пожелать? Карьерного роста, больше поклонников. Удачной карьеры. Просто успехов. Успехов, популярность. Любви. Побольше блинчиков. Счастья, удачи, творческих успехов. Отличного настроения. Чтобы он оставался самим собой, никогда не покидал свой амплуа. Будет все у него хорошо, я думаю. Чтобы долгих лет ему сопутствовала удача в карьере, в любви, в семейной жизни.